У нас сегодня такой модуль начинается по тому, что мы вот рассказывали вам, как войти в состояние высокой продуктивности, как находиться в таком состоянии, как своему бессознательному классно ставить задачи, чтобы она решала их, пока вы делаете что-то другое. Пока сознание занято чем-то другим. Да. И даже если вы ленивы, и если вы там себя за что-то ругаете, вот я все никак не могу там начинать, то вот сегодня будет ответ, как сделать так, чтобы продолжать это делать. И все на самом деле происходило. Вот такая волшебная палочка. Да, то есть это модуль для себя любимого. Да. Прошлый модуль был для других, да? Mm-hmm. Я коля для других. Там, что-то вообще, это модель для других, как раз похоже. Да? Ага. Я что-то нужно, у меня эта модель тоже для себя, ну ладно. Ну, частично. Потому что они другие, они обычно не рады, когда их это моделируют. Но это все завтра. А сегодня у нас будет еще несколько таких важных тем о том, как... Кто хотел бы из вас, кстати, вот скажите, кто хотел бы так давать обратную связь людям, чтобы они выполняли ваши рекомендации? Хотели бы послушать. Да, то есть ребенку там, не по работе, начальнику, маме, папе, там, ну, чьей-то племяннице, может быть, кому-нибудь. И вроде бы из благих побуждений, и хотелось как лучше помочь человеку, а человек почему-то становится на другим, говорит, отстань от меня. Постоянно знаю одного человека такого, да? Что не скажешь. Твоя жена? Которая очень хорошо слушает. Нет, это не жена. Это не жена в коем случае. Хорошо. Так вот об этом сегодня тоже будет. Еще у нас будет пару техник, которые направлены, техник уже личностного редактирования, которые направлены на изменение травмирующих воспоминаний о прошлом, на изменение отношения к разного рода событиям в прошлом. Которые уже случились, и они уже были. Да. И эти техники направлены на то, чтобы из каждого ямы, знаете, в каждой яме есть ресурс на самом деле. Вот что бы ни происходило с человеком, какие бы ужасные события ни происходили в прошлом, за ними обязательно есть ресурс. И чем меньше хочется идти и вспоминать то самое событие, тем больше, толще, жирнее там ресурс, как правило. Да? Но надо уметь его доставать. Вот сегодня тоже будет об этом. И многом другом интересно. Ну что, начнем, наверное, с разминочки.